Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Don't Starve. Так, играю я в приключения, сегодня я буду проходить пятую главу. Во тьме. Особенностью пятой главы является в том, что мне придется бегать в темноте. Так, ну я немного подготовился, я хотел, кстати, с собой шляпу соломенную взять, но... Наверное, я не буду брать с собой шляпу, я возьму, наверное, все-таки два стака еды. И два сачка. Шляпу, если что, я могу, смогу, наверное, это скрафтить там. По-любому, мне кажется, вначале должна каска валяться. Если я не ошибаюсь. Я, кстати, находил, блин, каску при прошлом прохождении. И вроде как раз-таки вот здесь вот, где два мира, но... Ладно. Так, у меня есть мандрагора. Блин. Я бы взял бы с собой мандрагору, но... Все-таки я, наверное, еду возьму. Так, я беру с собой... Во-первых, сачок. Второй сачок, где два сачка. Стак ягод. И, конечно же, морковь. До стака не хватило, но все, что есть. Неплохо было бы, блин, соломенную шляпу с собой взять, но... Почему они не сделали 5 ячеек? Мы спаслись. Я прожил 8 дней. Кстати, я вроде как всех персонажей открыл. Возможно. Но там есть закрытые персонажи. Вот вроде похожий силуэт был на Веса. Мне как-то его, походу, надо спасти, и он станет играбельным персонажем. Но я не знаю, как разрушить статую. Я вроде молоток пробовал, не получалось разрушить с помощью молотка. Тьма. Ты жалкая, наглая, ничтожная букашка. Не будь гнев великого Максвелла. Не будь гнев великого Максвелла. Продолжай усердствовать, и ты горько об этом пожалеешь. Так, тут постоянно, короче, ночь будет. Так, что у нас тут есть в рюкзаке? Чертеж каска. Блин, каска-то у меня уже есть. Каска мне ваша не нужна. О, это очень хорошо. Источники Максвелла. Ну, блин, я думаю, так... Так, сачок. Поймать. Так, отлично. Ну, нам тут постоянно с факелом придется бегать. Костры, наверное, бесконечно гореть не будут. Да, уже все гаснет. Ну да, здесь очень сложно. Так, сразу же ловим. Так, мне нужен будет топор. Так, давайте посмотрим, как у нас обстоят дела. Сигнал очень слабый. Придется постоянно менять... Ой, блин, а у меня рассудок постоянно падать будет теперь, да? Так, каска, соломенная шляпа. Цилиндр, биф... Ай, блин. А, может выживать? Нет. А, источник света. Шахтерская каска, да, в принципе... Блин, проблема в том и заключается, что золото здесь не так легко добыть.
Знать бы, где золото находится. Так. Так, здесь нечего делать. Хорошо. Так, куда идем? Ой, блин, тут болото виднеется. Насколько у меня хватит? На три, блин, факела мне хватит. Так, тут сверху еще есть. Ладно, придется с факелами пока бегать, пока я золото не найду. Так, отлично. Пока дерево горит, можно и так побегать. Я предполагал то, что мы где-то... Ой, будем под землей. Блин, куда я вообще бегу? Так, ну я там сразу вижу елку. Отвалите. Ой, здесь ловушки. А проблема в том, что я их не могу поймать. Пока у меня в руках факел, я ничего не могу сделать. Так, экономим электричество. Ну, точнее, электричество. Так, блин. А что я могу сделать? Мне надо посмотреть. Ну, сигнал слабый. Хорошо, я понял. Так, факел. Побежали. Так. Алтарь есть. Так, ну-ка, в правильном я направлении двигаюсь? Нет, похоже, не в правильном. Так, есть тут своя, блин, сложности. Блин. Светлячки. Поймать. Там тоже поймать. Жаль, камней у меня нет. Я бы сейчас кирку бы сделал, а у меня камней, блин, нет. И топор так скоро сломается, без камней я ничего сделать не смогу. Хотя мне, наверное, стоит поискать, может быть, где-то лежит камушек. Да блин, это не тот камушек. Тоже не тот камушек. Так, гасим факел. Факел нужно экономить. О, отлично. Шляпа нужна.
Сейчас мы шляпу сделаем. Так, не понял. Ее снять, что ли, надо? Да, действительно, ее надо снять. Так, все отлично. Теперь я могу с жезлом бегать. А, насколько я знаю, фонарь надо заряжать, короче. Так. Фонарь надо заряжать. С помощью светлячков. Где ресурс фонаря показывает, я не знаю. Вот, все вижу. По максимуму ловим. Так. Ага, сачок сломался. Ну, ладно. Так, а что мне нужно для того, чтобы сачок еще один скрафтить? Где сачок вообще находится? В оружии, что ли? Короче, я не знаю, где сачок находится. Но думаю, этого мне пока на первое время должно хватить. А где у нас посох поиска? Посох поиска. В правильном направлении двигаюсь, это хорошо. Так, каску снимаем. О, камни есть, хорошо. Блин, надо два камня. А у меня один. Я, блин, не знаю, но вроде когда каска шахтерская заканчивается. Короче, мне возвращается обратно обычная соломенная шляпа. И, возможно, мне выгоднее, короче, не заряжать его, а ждать, пока каска сломается, и заново дело создавать. В принципе, золото без проблем тут создать. Вот, я могу добывать золото очень много. Мне сейчас самое главное — это камни. Так, ты хочешь есть? Блин, проблема с этим. Давай ягоды сначала, потому что ягоды быстрее портятся. Кстати, а можно их жарить? Нет, их нельзя жарить. Конечно, это было бы читерно, если бы можно было бы жарить. Так, пошли камни искать. Так, все. Экономим каску. А, можно теперь кирку создать. Создадим кирку. А, добудем больше камней и создадим потом топор. Сможем создавать. Сейчас я золота много накрафчу. Камней тоже надо побольше собрать. Пригодится. Так-то мне надо очень много золота. Чтобы шахтерские каски крафтить. Угу, сломалось. Блин, а у меня веток нет. Зашибись. Так. Уже 77%. Так, куда мы побежим? В правильном направлении. Хорошо. Где... А, я все сачки сломал.
Так, тут у нас есть лес, в принципе, можно. Так, лесом двигаться. Поджечь. Отлично. Блин. Убираем из рук. Так. Ой. Так. Палки мне нужны. Так, ну-ка. В правильном направлении. Отлично. Слабее, что ли? Стало. Да, где-то здесь. Так. Ягоды портиться начинают. Порох. А зачем мне порох? Мне порох не нужен. Так, тут что-то есть, кстати. А, так, пойдем, наверное, с факелом. Зажечь. Казан. А казан тоже может сгореть, разве? Ой. Так. О, отлично, я нашел кольцо. Подожди, факел. А, за место чего? А вот мне вот эта штуковина не нужна будет. Так. Сигнал очень слабый. Ну ладно, побежали. Блин. Сколько светлячков? Так. А, ну я понял. Тут, короче, нет смысла сюда бежать, мне кажется. Сигнал так и не усиливается. Девять процентов. Блин, а я сачок не могу сделать, потому что я, во-первых, даже не знаю, где сачок находится. И вот кирка мне понадобится, а вот ваш мрамор нафиг мне не нужен. Так. Хотя я, блин, не знаю, что у нас здесь, вот что там. Вообще без понятия, куда мне идти. Но я думаю, пока там есть лес, можно лучше лес исследовать.
Кстати, а если идти правильно, то в принципе можно и без света обойтись. А давайте я вниз все-таки схожу. Там, говорят, можно раздобыть траву. Ее нельзя раздобыть. Так, там свин у нас. А, там конец острова. Он как-то, наверное, вот как-то... Он вот так вот, наверное, идет. И так, тут концы острова, все ясно. Наверх надо, короче, мне кажется. Так, снимай быстрей каску. Вы находитесь здесь, ну... Так всегда. Пишет. Так, здесь я сжег лес. О, кстати, а... Звук изменился. Так, тут, блин, паук. Щупальца. Не очень подходящее место для на болото. Так, зато я двигаюсь в правильном направлении. Хотя я даже сам не знаю, куда я двигаюсь. Куда-то сюда. Так, нет, хуже становится звук. Вот где-то здесь, наверное. Усиливается звук. Так, что-то он там говорит. А, он что-то есть хочет, походу. Так, слышь ты, каску сюда одень. А, костер давай поставим. Короче, ягоды... А, так, это уби... Слышь, убери. Так, давай... Приготовим все ягоды. Сейчас ты поешь. Блин, с рассудком вообще большие проблемы. Если так пойдут дела, то я так погибну. Так, наелся, да? Да, вот тут пускай шишка сгорит. Так. Давай зажгем, посмотрим, что вообще тут есть. Где-то рядом. Так, блин, каска, 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 каска. Где каска? Где-то здесь ведь. Нашел. Все, сигнал очень слабый. Так, копье, блин, копье, копье. Нафиг мне копье нужно ваше. Лучше в лес идти. О, алтарь. Так, экономь каску.
Так, я думаю, каску нужно заправлять, но только вот как? Подожди-ка. Шахтерская каска. Добавить топливо. 7,6. В принципе, должно хватить пока что. Куда вообще иду? Вообще без понятия. Пауки, пауки, не трогайте меня. Блин, тут очень много пауков. Синий гриб. А синий гриб мне вроде рассудок восстанавливает, если я не ошибаюсь. Или нет, он сытости, наверное, дает. Так, тропинка или это не тропинка? Так. Наверное, я все-таки иду в правильном направлении. Так. Каску я сниму. Так, зажечь. Так, собираем пока. Пока лес горит, надо собирать. Так, бери в руки. Так, зажечь. Убирай. Экономить надо. Так, блин, я даже не знаю, что мне делать. В какую сторону идти. Я, в принципе, возвращаюсь обратно. Придется бежать. Ага. Ой. Ой, куда я вообще бегу? Короче, зря я назад возвращаюсь. Наверное, надо наверх идти. Да, надо возвращаться, короче, наверх. Вообще без понятия, куда иду. Так, хоть что-то вижу. Ага. Лес горит. Хорошо. Так, где каска дурацкая? Так. Убираю. Буду с каской бегать. Блин. Опа, я что-то вижу. Мне, скорее всего, действительно надо идти туда.
Я в правильном направлении, скорее всего, иду. Так, а кстати. Нет, сигнал слабый. Сигнал усиливается. Сигнал становится сильней. Так. Надо разобраться, куда вообще идти. Блин, может быть, вот сюда надо было идти, может, там что-то есть. Вот в чем проблема. Блин, проблема с рассудком. Короче, заряжаем каску. Подожди. И побежали. Куда-то туда, наверное, надо влево. Сейчас посмотрим. Нет, вправо. Где-то здесь. Рядом. Нашел. Так, сколько я частей-то нашел? Так, допустим, блин. Я начал здесь, здесь ничего не было. Так, я пошел. Тут был казан, короче, но он сгорел вместе. И тут где-то я что-то нашел. Вот, круг, походу, я нашел, в общем-то, походу, кольцо. Да, кольцо я здесь нашел. Здесь я... О, это гномик. Здесь гномик был. Сейчас я нашел рычаг, и мне сейчас надо картошку искать. Это конец острова, да? В принципе, да, это конец острова. В тьме, конечно, выгоднее было бегать с другого персонажа. Подожди. Порох мне не нужен. Порох сброшу. Так, блин. Побежали дальше, короче. Где-то здесь, вот, сюда надо идти, мне кажется. Неужто тут собаки живут? А... Самое главное не ошибиться стороной, но в принципе, мне кажется, она всегда одинаково спавнится, тут болотистая местность. У меня уже такая встречалась, направо нельзя, налево можно. Но так как мы с другой стороны, так, мне надо будет сюда бежать, скорее всего. Потому что, видите, здесь широко, здесь узко еще, кажется. Да, действительно, сюда бежать. Ага. Плюс такая еще фигня была не только с болотистой местностью, а еще и где там птиц много было.
Так. Отлично. Алтарь мне поможет. Так, а... поджигаем. Свинья. Ось. А, нет. Мне показалось. Куда вообще идти? Я не успел. Да, усиливается, я так и думал. Я выжег весь лес. Но зато я нашел, куда бежать. Уже близко. Нашел. Так, 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 тихо, 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 тихо. Где каска? Картоха. И все. Меня теперь тень еще преследует. Блин, зашибись. Блин. Короче, я бегу не знаю куда. Просто куда-то бегу. Я, скорее всего, все, сдох. Так. Давайте выброшу ягоды, их уже нет смысла есть. Так. У меня проблемы с рассудком. О, усиливаться начинает сигнал. Нет, слабый. Он где-то внизу. Да, в правильном направлении. Только тут очень много теней. Ой. Я что, куда-то не туда двигаюсь? Ну, нет. Сорвано. Да, я здесь пробегал, он бы сильнее работал, если бы здесь. И здесь реагировал бы. Мне надо куда-то вот в это место. И, скорее всего, ниже. Тени, тени, тени. Она где-то здесь. Блин, где-то здесь. Вот, наверное. Ага. Требуется высокий рассудок. А как рассудок поднять, если его...
Все, хана. О, рассудок все еще есть, хорошо. Только вот как мне бежать без всего? Так, что мне теперь делать? Можно попробовать бежать от факела к факелу, но, блин, опасно это все. Хотя, в принципе, сюда, 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 потом так. Потом так, 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 так. И можно как-нибудь до сюда попробовать добежать. Это, блин, опасно будет. Так, значит, куда бежим? Значит, бежим, блин. Траву не найти, ладно, пофиг. Наверх. Побежим отсюда. Ой, дурак! Я обычно мышкой, блин, управляю, мне неудобно нажимать на клавиатуру. Он, блин, свои елки рассматривает. Так, а значит, попробуем добежать до сюда. Так, бежим сюда, потом туда. Блин, я в что-то уперся. Тихо, 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 тихо. У меня вообще здоровье никакое. Короче, бежим. Сюда куда-нибудь. Блин, надо ниже, 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 ниже. Загорелось. Все, я походу проиграл. Хотя, блин, чуть-чуть добежать. До низа чуть-чуть. Прям чуть-чуть. Чувак. Ты живешь. Живи, пожалуйста. Гниль 15. Блин, ну чё, мне придется рисковать тут, потому что нигде рядом нет. Отлично. Отлично. Не освещают дорогу. Так. Вот я тут погиб, все, я тут все надо должен забрать. Так, еда. Хоть сколько-то здоровья восстанови, пожалуйста. Так, короче. Заправляем. С рассудком у меня пока все, что все хорошо, я могу пробежать, отлично. Блин, куда бежать? Так, пробегаем, пробегаем быстрей. Это где-то здесь. Мы совсем близко. Только не это. Так.
Я знаю, где это находится, но здесь шахматные фигуры рядом. Так, в общем-то, у меня есть одна идея. Нужно зажечь дерево. Так, конь проснулся. Так, как мне пройти так, чтобы они меня не заметили? Самое главное, чтобы вот эти, блин, дурацкие жуки не проснулись, которые могут стрелять вдаль. Так, хорошо, у меня получилось. Почти получилось. Так, я все установил. Кольца, вот кольцо. Кольцо, картошка, так. А, все, можно открыть портал. Ой. Ну ладно, в принципе, на этом мы закончим. А, всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.